Разлив нефтепродуктов является очень острой проблемой в современном мире. Порой, чтобы устранить эти последствия, уходит много времени, сил и ресурсов. Чтобы более эффективно научиться устранять последствия разлива, ученые Казанского университета придумали необычный способ, в котором фигурируют беспозвоночные черви. Его рост около 1 мм. Его нельзя увидеть невооруженным взглядом. Знакомьтесь, Ценорабдитис элеганс. Червь, который, несмотря на свои габариты, несет огромную пользу для всего человечества. Российские ученые из Казанского университета научили этих червей утилизировать нефтепродукты. Существуют разнообразные методы очистки нефтезагрязненных средств. Это могут быть как методы физико-химической очистки, биотехнологические очистки, механической очистки, например. И среди перечисленных биотехнологические методы, они считаются одними из самых эффективных, и они основаны на активном участии микроорганизмов, в частности бактерий, которые способны разлагать нефть и нефтепродукты. По словам ученых, перед ними стоит задача научиться доставлять разлагающие нефть вещества в труднодоступные места, такие как, например, глубокие слои почвы. Так исследователи изобрели способ, накормив червей нематодов морской бактерии Alcaniworks barcumensis, которая отлично справляется с очисткой окружающей среды от нефтепродуктов. Мы создали такую модельную систему, состоящую из нематод и нефтеразлагающих бактерий. И в данном случае нематоды, они выступают в роли такого курьера, можно сказать, доставщика вот этих бактерий в более глубокие слои почвы. Пока что черви еще находятся на исследованиях в лаборатории. Впереди перед учеными стоит задача выяснить, как нефтяная диета отражается на нематодах. Однако, по мнению разработчиков, эта система может хорошо зарекомендовать себя в промышленности. У нас вот эта система, модельная система, она находится в чашках Петри. Нам предстоит еще узнать, на какие компоненты вот эта нефть разлагается в кишечнике нематод. Вот после обработки именно с этими нематодами, с бактериями, и после этого уже можно будет применять. В итоге, как нам рассказали ученые, такая модель биологической очистки может стать эффективным способом распространения бактерий в загрязненной нефтью почвы, открывая тем самым новые возможности по ликвидации нефтяных разливов. Лев Диденко, Лето Басова, Универ Ньюс.